إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Мы продолжаем с вами изучение книги Хилету Талиб аль-Ильм по милости Аллаха. И мы разбираем с вами главу, начали разбирать с вами на прошлом занятии главу, в которой сказано о том, что Талиб аль-Ильм должен находиться на пути Саляфу Салих и должен отстраняться от таких вещей, как Дидаль, Аль-Мира, Аль-Калам, учение, которое называется Калам, Дидаль, Аль-Мира, полемика и споры. А дальше автор, рахима Аллаху Та'аля, приводит слова Захаби, рахима Аллаху Та'аля. Да, автор говорит, рахмаху Та'аля, قال الذهبي رحمه الله, сказал الذهبي رحمه الله, وصح عن الدارقطني أنه قال, и достоверно передано Дар-Кутни, что он сказал. Икра. Достоверно передано следующее высказывание от Дар-Кутни. Для меня нет ничего ненавистнее, чем калям. Этот человек никогда не связывался ни с калямом, ни с полемикой и не погружался в них, а был в саляфе. Да, достоверно передал Дар-Кутни, что он сказал, «Ма шейн абгада илей мин ильм аль-калам». Нет ничего более ненавистного для меня, чем ильм аль-калам, чем учение калама. Культ, я сказал, я говорю, это слова Захаби, рахима Аллаху Та'аля, он, описывая биографию Дар-Кутни, он говорит, я говорю, «Лям ядхали раджуль абадан фи ильм аль-калам». Этот человек никогда не связывался с каламом, никогда не входил в изучение калама. Валяль джидаль. Также не связывался с полемикой. Валя халда фидалик. И не погружался в них. Балькана саляфия. А был саляфи. Был саляфи. То есть последователем саляфу салих. Разъяснение шейх Усамина, рахима Аллаху Та'аля, к словам, которые привел автор высказывания Захаби и слова Дар-Кутни о нем. Он говорит, этот человек никогда не связывался ни с каламом, ни с полемикой, джидаль, и не погружался в них, а был саляфи. Шейх Усамин объясняет, говорит, этот человек, этот муж, имеется в виду здесь кто? Аз-Захаби кого подразумевает? Подразумевает Дар-Кутни. Да, рахимахуллах. Он ненавидел калам, не занимался им никогда из-за тех скверных последствий, которым он приводит. Калам – это что такое это по сути? Это длинные пустые разглагольствования, ни о чем. Это сеяние сомнений в отношении вещей несомненных. Это запутывание мыслей. Это введение в замешательство людей. Дальше. Калам – это оставление того, что передано от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижников. Поэтому, говорит Шейх Усамин, я считаю, что нет ничего вреднее для мусульман и для акиды, религиозных убеждений мусульман, чем вот такие учения, как Аль-Калам и Аль-Мантик. Калам и Мантик, логика, диалектика. Многие из крупных представителей Калама, специалистов Калама, в конце своей жизни не признавали, что хотели бы умереть в религии старушек. То есть, что всю жизнь они блуждали, что все, что они делали, это было напрасно, что это было неправильно, и хотелось бы им умереть на религии аль-аджайс, религии старушек. То есть, вот в том правильном изначальном исламе, Куран и Сунна. И они в конце жизни, многие из них, возвращались к первоначальной вере, которая присуща фитре, присуща естеству человека, которая заложена в фитре, заложена в природе человека. Дальше Шейх Усамин приводит слова Шейх Усамин Тимия, рахималлаху та'аля, аль-фатва аль-хамавия, где он говорит, что больше всего следует опасаться заблуждения в отношении тех последователей калама, которые находятся в середине пути. Почему? Потому что тот, кто не вошел в калам вовсе,
Альхамдулилля, избавлен Аллахом Субханаху ва Тааля благополучно от этого. Да? Тот, кто вошел в калам, в его изучение, и дошел уже до конечного предела, тот понял, что это нечто несостоятельное, и отошел от него. Опасность в отношении кого есть? В отношении тех, кто вошли и идут еще. И Шейх Ибн Усеймин, рахималлаху тааля, он говорит, что вот это сказанное Шейх Ислам Ибн Таймия, рахималлаху тааля, оно очень верно, весьма верно, потому что опасность, она угрожает именно тем, кто в середине пути, баракаллаху фикум. Тем, кто в середине пути. Это касается не только калама, это касается любой науки вообще. В любой науке особое опасение вызывают те, которые находятся в процессе, которые в середине процесса познания. Почему? Потому что они уже вошли в эту науку, они не хотят отказываться от нее в пользу кого-то. Да, они уже вошли в нее, но в то же время они еще не дошли до конца. Они еще не познали ее по-настоящему, они еще не укрепились в ее понимании, поэтому они впадают в заблуждение сами и вводят в заблуждение других. Вот эти вот. То, что здесь сказано, это важное предостережение для талиб-уль-ильм, для искателя знания. Для тех из них, которые уже в середине дороги, которые уже считают себя знающими, а на самом деле не утвердились в знании и не прочны в нем. Вот от таковых исходит наибольшая опасность. Потому что они сами часто впадают в заблуждение, и они вводят в заблуждение других людей. Искатель знания должен быть очень осторожен. Проявлять большую осторожность, баракаллаху фикум, и не спешить с выдачей фетв, заключений, каждый раз удостоверяйся, спрашивай, не спеши что-то сказать. Потом Шейх Усеймин говорит, рахималлаху тааля, таким образом, учение калама, оно весьма опасно. Почему? Потому что оно затрагивает вопросы сущности Аллаха, субханаху тааля, затуллах, и атрибутов Аллаха, суфатуллах. Но затрагивая эти важнейшие вопросы, не опирается на религиозные тексты, а отвергает их и делает судьей, хакимом, что? Аль-акль, разум. Их называют рационалисты, ну, в кавычках. Да? Рационалисты, то есть те, которые делают судьей над всем, над религиозными текстами, аль-акль. Так калам – это опасное заблуждение, которое принесло очень много зла мусульманам. В чем опасность? Потому что затрагивает это учение самый главный вопрос. Это вопрос сущности нашего Господа, суфатов Аллаха Субханаху Тааля. Затрагивает, по сути, какой вопрос? Кто твой Господь? Кто твой Господь? И это учение, оно искажает основу основ убеждений, акиды, отрицая аяты, отрицая хадисы и делая чей-то разум. Разум какой? Разум порочный, ущербный, который подвергся искажению, делает этот разум судьей над шариатскими текстами. Шейх Ибн Усеймин говорит, рахмаллаху тааля, дальше, среди правил, которыми руководствуются последователи калама. Есть такое правило. То, что передано в религиозных текстах, то есть в Коране и Сунне, по поводу сифатуллах, атрибутов Аллаха, нужно, говорят они, разделить на три части, на три группы. На сколько групп? На три. Первое. То, что подтверждается разумом. То, что подтверждает акль. Вот это, говорит, они нужно признавать. Но не потому это нужно признавать, что на это указывается в Коране и Сунне. Что на это указывает предание Асар. А потому что на это указывает акль. Подтверждается заключениями разума. Вторая группа текстов, касающихся атрибутов, это то, что отрицается разумом. Вот такое, говорят они, конечно, нужно отрицать без каких-либо колебаний. Почему? Потому что разум отвергает это и не соглашается с этим. И вот тут возникает тот самый вопрос, какой разум отвергает? Чей разум отвергает? Еще Ибн Усеймин приводит слова имама Малика замечательные, который говорит, «Алейта ши'ри, хотелось бы мне знать, что это за разум такой, которым измеряются Куран и Сунна, посредством которого взвешиваются Куран и Сунна. Что это за разум такой, который делается судьей над Кураном и Сунной?» И потом он говорит, рахим Аллах, имам Малик,
Неужели всякий раз, когда к нам будет являться какой-то человек, который более искусен в споре, чем какой-то другой, каждый раз, когда будет являться какой-то человек, который более искусный в споре, чем другой, мы должны будем брать его мнение и оставлять из-за него Куран и Сунну? Третье. Третья группа текстов – это то, что и не отрицается, и не подтверждается разумом, говорят они. Вот как поступать в отношении таких текстов, здесь они расходятся во мнении. Последователи Калама, да. Те из них, которые считают, что условием для признания атрибутов является подтверждение их разумом, они что? Те, которые считают, что условием для признания каких-то атрибутов является подтверждение их разумом, они что делают? Отрицают такие тексты, правильно? Те, которые считают, что условием признания каких-то атрибутов является что отсутствие отрицания их со стороны разума, они признают эти атрибуты. Понятно или нет? Но большинство последователей Калама, они считают, что такие атрибуты следует отрицать. Почему? Потому что они не принимаются разумом. Потому что принимать нужно лишь то, на что указывает разум. Некоторые из них занимают еще другую позицию. Некоторые из них воздерживаются от суждения. Они считают, что если разум не подтверждает и не отрицает эти атрибуты, значит, следует в обязательном порядке просто что сделать? Воздержаться от суждения. Вот это вот отношение Аль-Калям к этому вопросу. Понятно или нет? Все эти правила, говорит Шейх Усамин, они на самом деле под собой не имеют никакого основания, не подтверждаются никакими доводами от Аллаха, субхана ва тааля. Аллах не спасал султана, не спасал никакого довода по этому поводу. Но вот из-за этих правил, придуманных ими, Ахлюль-Калям, последователи Каляма, ввели в заблуждение, сами, во-первых, впали в заблуждение и ввели в заблуждение людей, да упасет нас от этого Аллах. Шейх Усамин говорит, эти правила, они повергли их в замешательство, в сомнение и растерянность. Поэтому последователи Калама, умирая, когда они умирают, они испытывают такие сомнения, какие не испытывает никто другой. Они находятся в мучительных колебаниях. Аллах – это джаугар или араб. Аллах – субстанция или это явление. Аллах обеспечивается его существование им самим, от него самого или чем-то другим. Является ли Аллах фа'иль действующим или не является? Вот такое с ними происходит перед смертью. И они так умирают, находясь в сомнениях. В Аллаха субхану тааля просим защиты и спасения от этого. Дальше автор говорит, рахима Аллаху тааля. هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Далее автор говорит, они есть Ахлю Сунна валь Джама, последователи посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, те, о которых шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, да смился им Аллах, сказал, Ахлю Сунна – это наилучшие из мусульман, и они лучшие из людей в отношении к людям. Так придерживайся же неукоснительно этой дороги, и не следуйте дорожками, которые отклоняют вас от его, то есть Аллаха, от его пути. Да, автор говорит, рахималлах тааля, вот они и есть Ахлю Сунна валь Джамаа, последователи, кто такие они? Последователи посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и те люди, о которых шейх Ислам Джеймия, рахималлах тааля, сказал, что они лучшие из мусульман, накаватуль муслимин, то есть самые лучшие, избранные, они лучшие из людей в отношении своем к людям. Потом он говорит, фальзами сабиль. Фальзами сабиль. Придерживайся неукоснительно этой дороги. Валя таттабиу субуль. И не следуйте дорожками, как Аллах субхана ва тааля говорит в Коране. Не следуйте дорожками. Фатафарруку бикум ан сабили. Которые отклонят вас от его пути. То есть Аллаха пути. Так кто такие Ахлю Сунна валь Джамаа, говорит здесь
Автор разъясняет, кто это такие Ахлюсунна Вальджамаа. Кто называет себя Ахлюсунна Вальджамаа, тот Ахлюсунна Вальджамаа. Нет, это те, которые находятся на пути сунны, которые на пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и на пути джамаа. То есть два условия. На пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и на пути джамаа. Джамаа, что такое джамаа? То есть единой общины, такой, какой были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Подвижники, у них были течения, у них были какие-то направления. Нет, сподвижники находились все на одном пути, правильно? Они были джамаа. Они не были разделены на партии, религиозные группы. Они были на одном пути, они придерживались одной акиды, одних убеждений, они придерживались одного метода, манхаджа. Многие себя причисляют к Ахлюссунна Вальджамаа. Как говорят, многие заявляют, что они знают красавицу Лейлю. Но она не признает знакомства ни с кем из них. Хорошо. Многие причисляют себя к Ахлюссунна Вальджамаа, в то время как не являются ни последователями сунны, ни последователями джамаата. А являются последователями чего? Противоположность сунне? Бида, нововведений. И являются последователями, что противоречит джамаа? Раскола. Последователями раскола, которые сошли с пути сподвижников, ради Аллаху анху. Шейх Усаймин, рахималлаху та'аля, он говорит здесь. Да, Шейх Усаймин, рахималлаху та'аля, здесь говорит, что некоторые представители поздних поколений мутаахирун, они говорят, что Ахлюссунна делятся на две группы. Аль-муфаввила и аль-муаввила. Те, которые делают тафвил, и те, которые делают тауиль. Аллаху акбар. Ахлюссунна валь-джамаа у них это аль-муфаввила. И кто? Муавиля. То есть делятся на две группы, говорят они, Ахлюссунна Вальджамаа. А на кого делятся, говорят они? Муфавила, от слова тафвил. И на кого? Муавиля, от слова тауиль. Аль-муфавила, от арабского слова тафвил. Тафвил, то есть припоручение. Припоручить. Хорошо, тафвил сделать. Кто такие муфавилы? Это те, которые считают, что тексты об атрибутах Аллаха необходимо признавать, да, но при этом имея убеждение, что нам неизвестен их смысл. Что смысл известен только Аллаху. То есть, по их мнению, мы должны подтверждать истинность того, что сказано, но знание о том, что это означает, припоручать Аллаху. Правильно это? Нет. Например, говорят они, мы должны говорить, что у Аллаха есть то, что называется «Едулла». Едулла, ед это рука, да? Они говорят, да, нужно говорить, что Аллаха есть едулла, поскольку в текстах сказано об этом. Но мы не знаем, что это означает едулла. Смысл выражения нам не ясен. Да есть едулла и все. Ед Аллаха, что это такое, не знаем. В отличие от них, Ахлюссунна Вальджамаа подтверждает не только сам текст об атрибуте, что он истинный, да, но и его значение, его буквальный смысл. Отказываясь от чего только? Отказываясь от представления образа этого атрибута. Вот. Не представляют образ. Говорят, например, мы знаем, что значит «Едулла». «Едулла» – рука Аллаха. Мы знаем, что означает это. Правильно? Признаем наличие Аллаха двух рук, которые соответствуют его величию и неподобны рукам творений. Но мы не знаем, каков их образ, кейфия. Мы не знаем, какой их образ. Мы запрещаем представлять их себе. Мы запрещаем придавать им какой-то определенный образ, препоручая что? Знание об образе Аллаху. Не знание о значении, что это такое ядулла, а знание об образе этого мы препоручаем Аллаху субхана ва тааля. То есть Ахлюссунна Вальджамаа препоручают Аллаху знание об образе, кайфия, о полном смысле, да, того или иного атрибута, но признают основное буквально значение этого атрибута. Мы признаем, что у Аллаха есть гнев. Гадаб, гнев, что у Аллаха есть любовь, что у Аллаха есть довольство, что у Аллаха есть руки, что у Аллаха есть лик и так далее, но мы не знаем, каковы они, гнев Аллаха и так далее, да, руки, лик, ясно или нет? Это путь, который называется, то, что мы с вами разъяснили, аль-муфауэда. Муфауэда что делают?
Считают, что тексты нужно признавать, но говорить при этом, что мы не понимаем их значение, не понимаем их смысл. Смысл известен Аллаху, нужно припоручить смысл Аллаху. А вторая группа, о которой они говорят, это кто? Аль-Муауиля, то есть Ахлю-Тауиль, те, которые совершают Тауиль. Тауиль – это что такое вообще в арабском языке слово? Тауиль – толкование, да, это толкование. Муауиля – это группа, да, название ведет от слова Тауиль. Тауиль значит толкование. Кто такие Муауиля? Это те, которые заявляют, что нельзя понимать шариатские тексты об атрибутах Аллаха в их буквальном смысле. Что нужно каким-либо образом истрактовывать, истолковывать их. Говорить, например, «Гадабуллах», «Гнев Аллаха» – это желание Аллаха наказать кого-либо. «Довольство Аллаха», «Рид Аллах» – это желание Аллаха наградить кого-то. «Ваджхуллах», «Лик Аллаха», по их мнению, это сущность Аллаха, подразумевается. «Руки Аллаха», «Ядуллах», они говорят, это его могущество или его милость. И они называют вот это, эту свою методику, этот свой подход словом «тауиль». Словом «тауиль», толкование, хотя на самом деле это не толкование. На самом деле это «ат-тахриф», то есть искажение. Ахль-Сунна валь-Джамаа не имеет к этому порочному пути никакого отношения. И шейх Саматимия говорит здесь об этом, он говорит, что вот появились некоторые поздние, да, уже поколения, которые стали утверждать, что Ахль-Сунна якобы делится на «муфауэла» и на «муауэля». И причисляют еще ашаритов, матуридитов, причисляют к Ахля Сунна. Дальше, что еще страшнее. Они говорят, что представителями муфауэда первой группы были салафусалих, праведные предшественники. Сподвижники, их последователи, якобы они были муфауэда. Аллах Акбар. Кто такие муфауэда? Те, которые говорят, мы не знаем, что означает это. Да? Охватывает арш его, охватывает курси его, да, говоришь? Что такое курси? Не знаю, что такое курси, да? Вальядагум абсутатан, его еды распростерты, ед, что за ед, хорошо. Не знаю, что это означает. Они говорят, что это якобы представители Аль-Муфавида были салаф, праведные предшественники. Вот отнесение предшественников салаф к Аль-Муфавида, это, говорит Шейх Усеймин, большая ошибка, это неправильное представление о понимании и методе предшественников. Предшественники не отрицали понимание смысла, не отрицали понимание смысла религиозных текстов об атрибутах Аллаха Субхана ва Тааля. Это никоим образом не имело к ним отношения, не было присуще им. Более того, Шейх Усейм Тимир, рахималлаху тааля, он говорит, вот это воззрение, что смысл текстов об атрибутах неизвестен, это из худших видов вообще ереси, из худших видов бидаата, из худших видов отклонения от истины в вопросе имен и атрибутов Аллаха Субхана ва тааля. Почему? На чем свое суждение строит Шейх Усейм Тимир, рахималлаху тааля? Чем он обосновал его? Сказал, что если мы будем говорить, что не знаем смысл сообщений Аллаха по поводу его имен и атрибутов, не понимаем смысл, то мы будем говорить, мы не знаем, что означает это, тогда явятся аль-фалясифа, явятся философы, последователи калама, философы, и скажут нам, ну вы джахили, вы невежды просто, и вы не знаете поэтому, да? Поэтому послушайте нас, мы знаем. А вы джагили, вы не знаете, а у нас есть знание об этом, мы обладаем знанием. И потом после этого будут говорить все, что им заблагорассудится. Откроем дверь для них такую. Начнут утверждать, что вот в религиозных текстах подразумевается то-то и то-то. Почему? На том основании, что наличие знания о смысле лучше, чем отказ от понимания смысла. Так, тафвид – это опасное течение, очень опасное течение. Почему? Потому что лишает людей знания об их Господе, которому они должны поклоняться. Тебе приказано поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Ты создан ради этого. Как ты будешь поклоняться Аллаху, если ты не будешь знать суфат и качество Аллаха Субхану ва Тааля, не будешь понимать значение имен Аллаха Субхану ва Тааля? Если все религиозные тексты, которые рассказывают нам о нашем Господе, это не более чем некие загадочные слова, некие символы, смысл которых нам непонятен. А также не менее страшны их убеждения, утверждения, что вот таким был подход сахаба, подход сподвижников, имамов из числа салаф. По сути, что такое говорить, что это был подход салаф, подход сахаба был такой?
Что по сути означает? По сути это означает обвинение предшественников в джахле, в невежестве. То есть по их утверждениям получается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, праведный халиф аль-хулафа ар-рашиду, сахаба сподвижники, табиун последователи, имамы прямого пути, в том числе имам Абу Ханифа, Малика, Шафии, Ахмад, другие, все они были кто? Муфаввида. Все они были аль-муфаввида. То есть они препоручали Аллаху знание о смыслах хадисов и аятов, которые рассказывают об атрибутах Аллаха субхана ва тааля. И они говорили, мы не знаем, что они означают, якобы. Правда это? Нет, это ложь, это чудовищная ложь. Путь предшественников – это не отказ от понимания текстов, не препоручение знания смысла Аллаху, потому что смысл понятен. Потому что смысл понятен. Подход предшественников в чем заключался? Признание атрибута в их буквальном значении, да, без чего? Уподобления их атрибутам творения и без доискивания до чего? До образа. Образ есть, да, какой-то образ есть, но мы не доискиваемся до него, мы не знаем его. Поэтому известное вам выражение имама Малика, рахималлаху та'аля. Что спросили имама Малика, о чем? Истива. Аллах совершил истива над престолом. Да? Как? Спросили его. То есть ему задали вопрос про образ истива, возвышение Аллаха субхана ва тааля над престолом. Что ответил имам Малик? Он сказал, что такое истива, это... Ма'лум, это известно. Что такое истива, известно тому, кто понимает арабский язык. А то, каким образом это произошло, это неизвестно. Это неведомо. Вера в это обязательно, а спрашивать об этом – бид'а, новшество. Вот эти слова имама Малика прямо объясняют правила, подход саляф к вопросу атрибутов Аллаха субхана ва тааля. Какой подход? Мы понимаем эти тексты об атрибутах в соответствии с их буквальными значениями, которые имеются в арабском языке, но не представляем себе образ, припоручая знание об этом Аллаху субхана ва тааля. Также шейх аль-Усаймин говорит, рахмаллаху тааля, еще одним опасным заблуждением являются слова, что путь предшественников, саляф, он безопаснее, спасительнее, аслам. А путь аль-халяв, поздних поколений, он сильнее по знанию, а'лям, и сильнее по мудрости, ахкам, более мудрый путь, сильнее по знанию, путь поздних поколений. Субханаллах, такое может быть? Такое может быть? Как такое может быть? Разве может быть какой-то путь более крепким по знанию и мудрости, и при этом не быть что? Самым спасительным и самым безопасным путем? Такое может быть? Нет. Это противоречие явное, правильно? Это абсурд, это вздор. Правильным является какое выражение? Путь предшественников, он аслам, самый спасительный, безопасный. Ахкам, а'лям. Да, самый крепкий по знанию, самый крепкий по мудрости, самый мудрый. И пусть Аллах Субхана ва Тааля сделает нас твердо идущими по этому пути. Аминь. Дальше говорит автор, рахмаллаху та'аля, говорит о третьем качестве, третьей норме, которая должен быть украшен талиб аль-ильм, да, это мулазамату хашьяти ллахи та'аля, постоянно остерегаться Всевышнего Аллаха, то есть иметь хашьяту Аллах. Говорит автор, рахмаллаху та'аля. Мулазама. خشية الله تعالى التحلي بعمارة الظاهر والباطن عمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح وملاك ذلك خشية الله تعالى ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله تعالى. Автор говорит, искатель знания должен украшаться боязнью Аллаха, خشية الله, облагораживая себя ею внешне и внутренне, бережно относясь к выполнению предписаний ислама,
демонстрируя соблюдение сунны, распространяя ее путем ее исполнения и призыва к ней, указывая людям на Аллаха своим знанием, поведением, деянием, украшаясь мужским благородством, снисходительностью, праведным поведением. Стержнем же всего этого является боязнь Всевышнего Аллаха, в связи с чем имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, да помилует его Аллах, сказал, основой знания является боязнь Всевышнего Аллаха. Да, замечательные слова, говорит автор, что талиб аль-ильм, искатель знаний, должен украситься чем хашьетуллах, боязнью Аллаха субханава тааля, благородить себя изнутри, благородить себя внешне этим, то есть боязнью перед Аллахом субханава тааля, боязнью Аллаха, при этом что делая? Бережно выполняя предписания ислама, показывая соблюдение сунны. Распространяя сунну, как говорит он, распространяя сунну, путем ее исполнения сначала, говорит он, и призыва к ней. Дальше, указывая людям на Аллаха. Талиб-уль-ильм, призывающий, указывает людям на Аллаха, не указывает на какие-то порочные пути, неправильные, не призывает к себе, не призывает к своей партии там, или к своей нации, или еще к чему-то. Указывает людям на Аллаха. Чем? Своим знанием, своим поведением, своим деянием. Дальше что? Мужское благородство, снисходительность, праведное поведение. А в основе всего этого лежит что? Стержнем всего этого является такволла. Такволла. Как сказал имам Ахмад, основой знания является боязнь Всевышнего Аллаха. Да? Хашьетуллах. Боязнь Аллаха. То есть автор о чем говорит здесь? Что если есть у человека знание, то знание обязывает его к чему? К хашье. Остерегаться Аллаха субханаху ва тааля. А вот это остережение, это боязнь Аллаха, в свою очередь, откуда возникает у человека? Они являются плодом знания. Смотрите как, да? Это такой двоякий процесс. С одной стороны, у кого есть знание, у того должно быть что? Обязывает это его к хашье. Но с другой стороны, что? Само знание, оно, которое приводит к хашье. Правильно? То есть хашья является плодом знания. Потому что тот, кто не знает, тот не боится Аллаха, как подобает, кто не знает Аллаха. Чем больше человек узнает об Аллахе, тем приобретает больше страх перед ним. Тем сильнее старается выполнить его предписания. Сторонится его ослушания. Поэтому говорят, что более сильного начала, которое бы удерживало человека от греха, побуждало бы его выполнять приказы Аллаха, чем знания. Человеком того, что Аллах слышит его, видит его, наблюдает за ним, более сильного начала нет. Еще к чему приводит знание об Аллахе? Приводит к хашьетуллах, к боязни Аллаха, приводит еще к чему? К любви к нему. К любви к Аллаху, субхану тааля. То есть, благодаря знанию увеличивается как страх перед Аллахом, так и любовь к Аллаху. Да, шейх Усаймин говорит, рахмаллаху тааля, знание, оно основывается на чем? На хашьетуллах, на боязнь Аллаха, субхану тааля. Хашья, что такое хашья, разъясняет он. Хашья – это вид страха. Один из видов страха, который построен на чем? На знании и возвеличивании. То есть страх, если построен на знании и возвеличивании того, кого боишься, то это называется как хашья. То есть этот вид страха, он выше, потому что он основан на знании. Поэтому Аллах, субхану тааля, говорит как? «Иннама яхша Аллаха мин ибадии аль-улама». «Иннама яхша Аллаха». Поистине хашья. Перед Аллахом. Боязнь Аллаха из рабов его есть у кого? Не иначе, как у знающих. Бояться Аллаха из рабов его только знающие. Если человек узнает Аллаха по-настоящему, то обязательно в его сердце возникает что? Возникает боязнь. Возникает боязнь, потому что он узнает о великом, о сильном, о могущественном Господе, который знает все. Знает все, что человек скрывает. И вот такой человек будет повиноваться Аллаху субхану тааля самым лучшим образом. И ученые говорят, разница между двумя видами страха, хашья и хауф, состоит в том, что первый, то есть хашья, возникает по причине величия того, кого боятся. А второй хауф, вид страха, возникает из-за слабости самого боящегося. Ясно или нет? Хашья возникает по причине чего? Величие того, кого боишься. А хауф по причине слабости самого боящегося, даже если объект страха невелик.
Маленький мальчик боится мальчика, который постарше, боится. Этот мальчик, который постарше, что он какой-то великий, что ли? Нет. Некоторые страшатся вообще кого-то, кто из себя ничего не представляет вовсе. Правильно? Почему? Потому что сам труслив, потому что сам малодушен, потому что сам всего боится. Поэтому используют такое выражение, говорит Шерюсамин, боится собственной тени. Так говорят так, боится собственной тени. Про кого это? Человек идет, например, в лунном свете, да, трусливый человек какой-то, видит свою тень и думает, что это разбойник его догнал и пускается на утек. Да? Получается, что хашья выше, чем хауф. Но можно ли использовать слово хауф в отношении страха перед Аллах, субхана ва тааля? Можно. Можно слово «хоф» использовать в отношении страха перед Аллахом Субхану ва Тааля. И Аллах говорит, применяя вот это слово «хоф» в Коране. В какой суре? В какой суре? А? В суре Аль-Имран. Да? «Фаля тахафухум ва хафуни кунтум муминин». Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. Не страшитесь их, а страшитесь меня, если вы верующие. Здесь сказано о людях, которым запрещается бояться, что людей, да? То есть тем, которые испытывают страх, хауф, перед людьми, взамен этого Аллах повелевает, что? Бояться, хауф, бояться испытывать хауф перед Аллахом, субхану ва тааля. То есть используется аналогичный глагол. У них есть хауф, и Аллах, субхану ва тааля, поэтому использует, что? Подобный глагол. Понятно или нет? Взамен вот этому глаголу, выражающему их действия, используется аналогичный глагол. Ясно или нет? То есть можно говорить хауфулла, хауфилля, использовать хауф в отношении страха перед Аллахом Субхану ва Тааля? Можно, да, можно. Аллах Субхану ва Тааля использует. Шейх Мусаммин объясняет, почему. Потому что они испытывали хауф перед людьми, и Аллах Субхану ва Тааля вместо этого говорит, чтобы у них был хауф перед Аллахом Субхану ва Тааля. Используется аналогичный глагол. Дальше говорит автор рахмаллаху тааля. عالم هو العالم ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعدل عالما لا يعد عالما لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. Да. Дальше говорит автор рахмаллаху тааля. Придерживайся боязни Аллаха, хашьят Аллах, тайна и явно. Лучшими созданиями являются те, кто боится Всевышнего Аллаха, поскольку боятся его только знающие. Значит, лучшим из людей является ученый. Но помни, что ученый считается ученым только в том случае, если он совершает деяния, а совершает деяния в соответствии со своим знанием ученый, сможет лишь в том случае, если его постоянно спутницей будет боязнь Аллаха. Да, автор говорит очень важные слова. Он говорит, придерживайся боязни Аллаха, хашьетулла, и тайно, и явно. Почему? Потому что те, которые боятся Аллаха, у кого есть хашьятулла, они лучшие из создания Аллаха Субхана ва Тааля. Те, кто боится, лучше из создания Аллаха Субхана ва Тааля. Где на это довод? Сура аль-Байна. Да? Сура аль-Байна. Что Аллах Субхана ва Тааля говорит? Инна ладина амну амилу салихати улайкахум хайру аль-бария. Поясни, те, которые веруют, совершали праведные деяния, они лучшие из создания. Дальше. Джазаум инда раббихим джаннату адн. Воздаянием для них будут сады адна, в которых текут реки, где они пребудут вечно. А потом сказано, «Ради Аллаху анху ва раду ан», они довольны Аллахом, Аллах доволен ими. Аллах доволен ими, они довольны Аллахом. И потом что сказано? «Залика лиман хашия Рабба». Это уготовлено для тех, которые боятся своего Господа, у которых хашия. Значит, лучшие из людей – это кто? Из творений. Хайруль бария – это кто? Те, которые боятся своего Господа. Верно? А кто боится своего Господа, как говорит Аллах Субхану ва Тааля? «Иннама яхша Аллах мин ибадихи аль-улама». Поистине боятся Аллах из рабов его
знающий. Так, лучшее создание это кто? Боящийся Аллах. А кто боится Аллаха Субхана больше других? Аль-Уляма, значит, получается, что Алим, он лучший из людей, лучший из созданий. А ученый будет ученым только в том случае, говорит автор, если совершает деяния. А совершает деяния в соответствии со своим знанием кто? Тот, кто боится Аллаха. Ученый будет ученым, если выполняет. А выполняет когда? Когда действует? Когда обладает хашья, когда боится Аллах. То есть эти вещи, они приводят друг к другу. Знание приводит к боязни Аллаха. Боязнь Аллаха, в свою очередь, заставляет человека совершать деяния. Совершая деяния, он увеличивает свое знание и становится настоящим алимом, настоящим ученым. Да, шейх Мусаймин говорит, конечно, в этих словах автора, что ученый считается ученый, то ученым только в том случае, если совершает деяния, имеется в виду, какой ученый? Имеется в виду ученый не в значении антонима слова джагиль. Хорошо, имеется ученый в виду, какой набожный ученый. Алим Раббани имеется в виду. Алим Раббани, то есть тот, который привержен служению Аллаху, который является Раббани, то есть духовным наставником. Понятно или нет? Когда он говорит, что ученый считается ученым только в том случае, если совершает деяние, какого имеет в виду здесь он ученого, алима знающего? Алим Раббани, да набожного ученого, который привержен служению Аллаху Субхану Тааля. Почему автор это говорит? Почему Шейх Русамин на это указывает? Потому что слово алим, оно имеет, что может использоваться двояко. С одной стороны, можно человека назвать алим, знающий, имея в виду просто антоним слова незнающий. Правильно? Может быть, какой-то фасик вообще, как нечестивый человек, ну, знает, например, хорошо нахву. Он алим в плане нахва знающий? Да, знающий. Мы же не скажем, что он джахиль в нахве. Он знает нахву, например. Понятно или нет? То есть, человека можно назвать знающим, говорит Шейх Мусаймин, имея в виду антоним, длит слова незнающий, джахиль. И такое использование слова алим, оно допустимо. Примером может быть, говорит он, вот тот христианин, насрани христианин, который написал книгу «Аль-Мунджит». Книга, которая содержит много всяких сведений по арабскому языку. Хотя, конечно, эта книга не лишена, говорит он, целого ряда ошибок. И она, конечно, достойна критики, порицания с точки зрения религии. Но это алим, да, можно назвать его алимом? Можно, но это не алим в истинном значении этого слова. Это не истинный ученый, не алим Раббани, о котором здесь идет речь. Баракаллаху фикум. Алим Раббани – это не иначе, как тот, кто совершает деяния в соответствии со своим знанием. Потому что он, Раббани, Алим Раббани – это что значит? Это тот, который воспитывает себя и воспитывает других. Раббаю, Рабби – воспитывать. Алим Раббани, который воспитывает себя и воспитывает других. Воспитывает себя в покорности Аллаху и воспитывает других в этом. Так? Это важное замечание Шейх Мусаймин. Алим может стать алимом, имеется в виду какой алим? Не просто в значении что-то знает, а в значении настоящий алим. Алим Раббани. Дальше говорит автор, рахималлаху та'аля. أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التيمي من حفظه قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله. Да, дальше автор говорит о прайших. Хатиб.
не хабиб. Аль-Хатиб Аль-Багдади, да смилуется над ним Аллах, привел сообщение с изящной цепочкой передачи, сообщается состоящий из 9 отцов. Он сказал, Абу Аль-Фарадж, Абдул-Вахаб, ибн Абдул-Азиз, ибн Аль-Харис, ибн Асад, ибн Аль-Лейс, ибн Сулейман, ибн Аль-Усад, Асвад, ибн Суфьян, ибн Зейд, ибн Укейна, ибн Абдуллах Тамими сообщил нам, что сообщил нам из того, что он знал на память следующее. Я слышал от своего отца, он слышал от своего отца, а тот от своего отца, а тот от своего, 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 что тот слышал от Али ибн Абу Талиба такие слова: знание зовет деяние, и если оно откликается, оно остается. Если то откликается, оно остается, а если нет, то уходит. Подобному этому преданию слова переданы от Суфьяна ас-Саури, да смилуется над ними Аллах. Да, автор, рахмаллаху та'аля, бараку фикум, он говорит, что Аль-Хатиб Аль-Багдади, рахмаллаху та'аля, привел сообщение, да, говорит он, бисанад фи латифа иснадия, то есть с изящной такой цепочкой передачи. Цепочка передачи иснад, в которой есть такой изящный момент, а именно, что иснад состоит из 9 отцов, да. И он говорит здесь, да, что Абуль-Фарадж, Абдул-Вахаб, ибн Абдул-Азиз, ибн Аль-Харис, ибн Асад, ибн Лейс, и так далее, и так далее, и так далее. Тамими сообщил из того, что он знал наизусть, следующее: я слышал от своего отца, тот от своего отца, тот от своего отца, тот от своего отца, и так 9 отцов, да. Вот Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, что он сказал, что знание зовет деяние. Если деяние откликается, тогда знание остается. Гатафа аль-Ильму биль амаль. Знание зовет деяние. Если деяние откликается, тогда знание остается. А если нет, то тогда уходит. Тогда знание уходит. И подобное этому предание также передано от Суфьяна ас-Саури, рахималлаху та'аля. Шейх Усаймин говорит, рахималлаху та'аля, комментируя эти слова, он говорит, да, необходимо выполнять то, что узнаешь. То, что узнаешь, необходимо выполнять. Если человек не поступает в соответствии с тем, что он узнал, в соответствии с своим знанием, тогда окажется из первых, кем будет разожжен адский огонь в судный день. Из первых, кем будет разожжен ад в судный день. Человек, который знал и не делал. Приводит он здесь вот эти слова. «Ва'алимун би'ильми лям я'малян му'азабу мин кабри убадин вас». Знающий, который не выполнял то, что знал, будет наказан прежде, Аббадуль-Васан, то есть идолопоклонников. Прежде идолопоклонников. Кто не воплощает в деяние узнанное, знание того обречено на провал. Знание того обречено на неуспех. Оно лишено бараки, благодати. Нет бараки в таком знании. И еще к этому плюс, это знание забывается. Человек забывает его. Доказательство приводит Шейх Усаймин рахимаху та'аля слова Аллаха субхана ва та'аля из суры Маида, фабима наклим мисакам ля'аннахум ва джаальна кулубахум касия. За то, что они нарушили завет, мы прокляли их и сделали их сердца черствыми. Юхаррифуна аль-калима ан маваадиъ ва насу хадза мимма зуккиру би. Они искажают слова, переставляя их с места на место, и забыли часть того, что им было упомянуто. Смотрите как. То есть они забыли знания из-за чего? Из-за своих грехов. Из-за того, что они не выполняли завет, который взял с них Аллах Субхана ва Та'аля. Забыли это знание. Забыли, смотрите, в арабском языке слово «забыли» имеет два значения, два аспекта. Забывание умственное, то есть действительно ушло из памяти у человека. Хорошо, это. И забывание в действиях. То есть забыли здесь означает либо то, что это стерлось у них из памяти, либо то, что они оставили деяние, выполнение этого. Потому что в арабском языке слово «нисьян»
Да, забывание, оно может означать, как, помимо того, что ушло из памяти, еще что, оставление чего-то, бросил что-то, оставил что-то, забыл что-то. Ну, говорят, в русском языке тоже так есть, говорят, ты меня совсем забыл, да? Не в смысле, что у него из памяти ушло знание о тебе, да? Просто бросил, оставил. Человек сами говорит, если человек выполняет то, что он знает и поступает в соответствии со знанием, если человек что делает? Выполняет то, что знает. Если он поступает в соответствии со знанием, что происходит? Аллах Субхану ва Тааля укрепляет его следование по прямому пути Гуда. И Аллах увеличивает его богобоязненность. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Валядина тадав задавум Гуда». А те, которые стараются следовать прямым путем, тем Аллах увеличивает приверженность прямому пути ва атагум такваум и дает им богобоязненность. Тому, который выполняет то, что он узнал, Аллах Субхану Тааля дарует знание, которое не было прежде. То есть то, что ты не знал раньше, из-за такого, из-за богобоязненности ты узнаешь. Это Аллах даст тебе знание об этом. Поэтому в этой связи приводится высказывание Ибн Аби Талиба радиаллаху анху, такое, что знание зовет деяние, если то откликается, тогда знание остается, закрепляется, если нет, тогда оно уходит. Если ты выполняешь то, что узнал, это закрепится, значит, в твоей памяти. Человек Ибн Сами приводит пример, то есть, да, за грех твой ты можешь лишиться чего? Знания какого-то. Но тут еще какой аспект есть, что когда ты выполняешь знание, что запоминается. Верно? Тем не менее, говорит, приведу пример. Человек узнал, как совершать намаз в соответствии с сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Узнал, изучает хадис, узнает. По сунне так-то совершает. И стал выполнять это. Всякий раз, когда он совершает намаз, он выполняет это. Такой человек не забудет. Правильно? То, что он узнал. Почему? Потому что притворяет это раз за разом. Если оставить деяние в соответствии с этим знанием, то со временем забудет. Это наглядный пример чего? Что практическое выполнение узнанного, оно приводит к чему? К закреплению знания, защищает знания от забывания. Это касается любого знания. Это касается знания Кур'ана, знания хадисов. Кто поступает в соответствии с узнанным, знания того закрепляются, остаются при нем. Поэтому уляма, они запоминали хадисы как? Просто заучивая их только? Нет. Посредством выполнения хадиса. Выполнил хадис – запомнил. Не выполнил – забыл. Так или не так? Выполняешь его – вспоминаешь, выполняешь, вспоминаешь, выполняешь, запоминаешь. Если нет, как пришло, так и ушло. Дальше говорит автор, рахималлаху та'аля, четвертое качество, которым должен быть украшен талиб аль-илм, давам аль-муракаба, постоянное осознание надзора Аллаха, субханаху ва та'аля. На юрида яка. Кто хочет читать по-арабски, яка. تحلي بدوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالبحرين للطائر فأقبل على الله بكليتك وليمتلي قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. Постоянное осознание надзора Аллаха. В этой главе автор, да помилует его Аллах, говорит, необходимо украсить постоянным осознанием надзора Всевышнего Аллаха, муракабатуллах, как тайно, так и явно. Двигаться к своему Господу, находясь между страхом и надеждой. Ибо эти две вещи служат мусульманину тем, чем служат крылья для птицы. Устремись к Аллаху всей своей сущностью, и да заполнится сердце твое любовью к Нему. А язык твой да будет занят поминанием Его, и радуйся установлением и мудрым решением Пречистого Аллаха, воспринимая их с удовольствием. Да, следующая норма благопристойности, которая должен быть украшен талиб аль-илм, это что? Муракаба. Это аль-муракаба, давам аль-муракаба, говорит автор, то есть это постоянная муракаба, постоянное осознание надзора Аллаха, субханаху ва тааля. Необходимо украсить с этим качеством постоянное осознание надзора со стороны Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, явно, так и тайно. То есть эта глава, она связана с предыдущей главой на самом деле. Предыдущая глава была посвящена чему? Хашьетуллах, боязни Аллаха Субхана ва Тааля. Здесь сказано муракабатуллах, ощущение надзора Аллаха Субхана ва Тааля. Четвертое качество, которое должно быть у искателя знания. Муракаба, аль-муракаба.
Муракаба – очень важное состояние. Муракаба – это основа для праведности. Когда у человека деяния бывают праведными? Когда он постоянно покорен Аллаху, субхана ва тааля. Тогда, когда помнит о контроле Аллаха, правильно? Когда помнишь, что Аллах на тебя смотрит, Аллах тебя контролирует, наблюдает за тобой. Это самое сильное из того, что заставляет совершать благое и удерживаться от дурного. В свою очередь, муракаба проистекает из чего? Из хорошего знания об Аллахе, субхана ва тааля, как мы с вами говорили, да? Знание об именах Аллаха, об атрибутах Аллаха, о том, что ничто ни на небесах, ни на земле не скроется от Аллаха. Отсюда, если ты хорошо знаешь об этом, отсюда у тебя возникает состояние муракаба. И автор тут указывает на очень важную вещь. Он говорит, что следуя к Аллаху, человеку нужны три вещи. Смотрите, он что говорит? Находясь между страхом и надеждой, потому что эти две вещи служат крыльями, да, для мусульманина, как у птицы крылья, и устремись к Аллаху всей своей сущностью, пусть заполнится твое сердце любовью к Нему. То есть автор, рахмаллаху та'аля, очень важную вещь здесь упоминает, что при следовании к Аллаху, на твоем пути к Аллаху, ты нуждаешься в трех вещах. Три вещи, которые должны быть у тебя. Первое – это любовь к Аллаху, субхана ва та'аля, махаббатуллах. Второе – это раджа, надежда на милость Аллаха, субхана ва та'аля. Третье – это страх, хауф, страх перед Аллахом, субхана ва та'аля. Вот эти три вещи, они являются обязательными столпами, рукн, аркан, да, столпами для ибада, для поклонения. Мы с вами знаем, что ибада, поклонение имеет что? Рукн, имеет столпы, правильно? Намаз имеет свои столпы, свои рукны, да, имеет свои столпы. Поклонение имеет столпы. Умра какие столпы имеет, какие рукны имеет? Мы с вами проходили недавно, да, в Сахихе Муслим об этом говорили, а потом еще практически закрепили многие. Да. Какие столпы имеет умра? Быстрее. Да. А. Так, и храм еще. Ну. Тавав еще. А. Сай. Да? Да? Альхамдулилля. Да, это рукны. У намаза есть свои рукны. То есть поклонение имеет свои рукны. К столпам намаза, например, что относится к рукну намаза? Такбирут аль-ихрам, вступительный такбир относится. Да, кьям относится, относится. Чтение суры фатиха относится. Руку, поясной поклон, суджуд относится и так далее. Но это внешние столпы поклонения. Каждое поклонение, помимо внешних столпов, вот этих вот, оно еще имеет внутренние столпы, те, которые в сердце. Ими являются вот эти три вещи, о которых мы говорили. Любовь, надежда и страх. Это, можно сказать, столпы поклонения сердца. Столпы поклонения сердца. Они необходимы. Ты должен поклоняться Аллаху, субхана ва тааля, любя Его, раз, надеясь на Его награду, два, и боясь Его наказания. Об этом помни при каждом твоем поклонении. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الله سبحانه وتعالى указывает на это в Коране, на эти три вещи. Те, к кому они взывают помимо Аллаха, они взывают праведникам, пророкам, да, взывают к ангелам, мушрики, многобожники. Вот те, к кому они взывают, сами ищут пути приближения к Аллаху, стремясь быть ближе других. Надеются на его милость и боятся его наказания. Поистине наказание твоего Господа надо остерегаться. Обратите внимание на этот аят. Откуда этот аят? Откуда аят? Сура Ли-Сра, да? Сура Ли-Сра. В этом аяте слова вот эти «Ябтагуна иля рабби ему ль-василя» — это «ищут пути приближения к их Господу». Эти слова указывают на что? Стремление к Аллаху Субхану Тааля, то есть любовь к Нему. Слова «Ярджуна рахмата» – надеяться на Его милость, указывают на что? На милость, да, на раджа. «Вайхафуна азаба» – бояться наказания, указывают на что? На страх. Вот это три столпа поклонения сердца, доказательство этот аят «Баракаллаху фику». Еще доказательство на эти три столпа. То, что каждый знает, здесь присутствующий из Корана, это… Сура аль-Фатиха. Все три столпа. Читай Сура аль-Фатиха.
Начало. Нет, суль Фатиха, Фатиха. Альхамдулиллахи. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Ар-Рахмани Ар-Рахим. Малики Яумиддин. Вся хвала Аллаху, Господу миров. Всемилостивому, милующему. Властелину судного дня. Давайте разбирать. Альхамдулиллах. Вся хвала Аллаху. Возношу всю хвалу Аллаху. Восхваляем его за милости. Восхваляем его за его совершенство. Это указывает на что? На любовь. На махабба. Дальше. Ар-Рахмани Ар-Рахим. Всемилостивый, милующий. Эти слова выражают что? Надежду на милость Аллаха Субхана ва Тааля. Малики Яумиддин, властелин дня воздаяния, судного дня. Это указывает на страх перед воздаянием. Это вот столпы поклонения сердца. Да? Аркан Ат-Та'буд Аль-Кальбия. Аркан Аль-Аркан Аль-Кальбия. Шейх Ибн Усаймин, рахимаху Тааля, он говорит здесь, что одним из плодов хашьетулла, боязнь Аллаха, является муракаба. Муракаба, то есть постоянное осознание надзора Аллаха Субхана ва Тааля. И полное ощущение того, что Аллах наблюдает за тобой. Муракаба – это когда человек поклоняется Аллаху так, как будто видит его. Когда ты собираешься встать на намаз. Смотрите, практическое просто объяснение, что такое муракаба. Когда ты собираешься совершить намаз. Что делаешь? Ты совершаешь вуду, человек совершает омовение. При этом он помнит, когда он это делает, о словах Аллаха Субхана ва Тааля, ощущает, осознает, что он выполняет приказ Аллаха Субхана ва Тааля, его слова: «Я айюха аллазина ааману идзакумтум иля ссалати фаглсилю вуджухакум», вы, которые веровали, когда собираетесь совершить намаз, то омывайте ваши лица и руки до локтей, и обтирайте ваши головы, и мойте ваши ноги до щиколоток. Ты это осознаешь, помнишь об этом. Когда ты совершаешь омовение, как будто бы ты смотришь на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как он совершает омовение и при этом говорит: «Тот, кто совершит вуду, подобное моему этому вуду, то ему будет то-то и то-то». Как в хадисе, вы знаете этот хадис, мы с вами проходили его, когда изучали Сахих Муслима: «Кто совершит омовение, подобное этому моему омовению». А потом совершить два раката намаза, но при этом не будет предаваться посторонним мыслям в намазе, тому будут прощены предшествующие грехи. Аллаху Акбар. Соверши вуду, как совершает Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям. Когда ты его совершаешь, как будто ты видишь, как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям совершает. И как он говорит: кто будет совершать вуду, как я совершаю его? Дальше Шейх Усаймин, то есть то, что сказали, это очень важный момент. Шейх Усаймин подчеркивает, говорит, это очень важный момент. И говорит он дальше, что автор указывает, что на своем пути к Аллаху, Господу, человек должен находиться между страхом и надеждой. Между страхом и надеждой. Потому что эти две вещи для человека как два крыла для птицы. То есть он как бы указывает, автор, что эти две вещи, они должны быть одинаковые, да, как два крыла. Но это, говорит Шейх Усаймин, одно из мнений по данному вопросу, одно из мнений ученых. То есть вопросу соотношения между страхом и надеждой. Должен ли человек находиться между ними, или следует отдать предпочтение страху, или должна преобладать надежда? Имам Ахмад говорит, рахмаллаху тааля, страх и надежда должны быть одинаковые. Если одно из них преобладает, возьмет верх, тогда человек погибнет. Другие ученые здесь уточняют, проводят уточнения. Они говорят, если ты задумал сделать что-то хорошее, у тебя благие помыслы, совершить какое-то благое деяние, тогда отдай перевес раджа, надежде. На то, что если ты совершишь это, Аллах примет от тебя, поднимет твою степень. Это что тебе позволит сделать? Укрепиться в твоем намерении, правильно? Ты надеешься, Аллах Субхану Тааля примет, Аллах наградит. А если задумал грех какое-то, ослушание, тогда отдай перевес страху, чтобы это остановило тебя, чтобы избежать греха. То есть то, чему отдать предпочтение, перевес, зависит от чего? От твоего состояния, да, внутреннего. Есть ученые, другие ученые, которые говорят, что вот предпочтение здесь зависит от чего? Зависит от обстоятельств, в которых находится человек. Если человек болеет, при болезни, так отдается перевес надежде. Потому что Пророк, алейхиссалату вассалям, что сказал? Пусть никто из вас не умирает, иначе как хорошо думая об Аллахе. Почему? Чем это объясняется, что при болезни, говорят они, отдать предпочтение чему? Надежде. Потому что человек, когда находится в таких обстоятельствах, болеет перед смертью, если он в таких
обстоятельствах отдаст перевес страху, это может привести к чему? Подтолкнуть его к отчаянию в милости Аллаха Субхана ва Тааля. Это страшно. Наоборот, если ты здоровый, сильный, молодой, тогда правильно отдать перевес какому крылу, говорят они, отдать перевес крылу страха. Потому что здорового человека его тянет к пороку. Поэтому мудрый поэт, говорит Шерусамин, сказал, как сильно могут испортить человека молодость, свободное время и богатство. Молодой, время есть и есть на что. То есть эти три вещи, молодость, свободное время, богатство способны нанести человеку великий вред. Шерусамин говорит, я считаю, что вот в этом сложном, важном вопросе самым правильным является поступать в соответствии с положением. Что вот это мнение, оно наиболее близкое к истине. Хорошо? То есть, какое мнение? Отдать перевес надежде при совершении благих поступков страху при желании совершить что-то плохое. И дальше он затрагивает важный вопрос. Он говорит, а вот эта вот отдача перевеса надежде, раджа, она должна строиться на какой-то причине, которая дает основания для этой надежды, или вот так просто надейся и все. Надежда, это называют надежда муфлиса, надежда банкрота. И он говорит, перевес надежде отдать когда можно, когда у тебя есть основания для этой надежды. Основания. А если кто-то полагает, что можно вот так ослушиваться Аллаха Субхана ва Тааля постоянно и при этом себя успокаивать обширностью милости Аллаха Субхана ва Тааля, говорит, милость Аллаха обширна, Аллах милующий, то это вот большая ошибка, это ошибка. Хорошо думать об Аллахе, надеяться на Аллаха, на его милость, нужно, имея причину для этого, которая дает основания для этого. Иначе это будут просто пустые мечты банкрота, говорит Шейх Ибн-Усаймин, рахима Аллаху Тааля, и то, что, это то, что касается четвертого качества, четвертой нормы, которая должен быть украшен. Талиб аль-Ильм, иншаллах таля, мы продолжим изучение этой книги на следующем занятии. Азу биллахи тауфик, вальхамдулиллахи раббиль аламин, ва саллаллаху алейхи ва саллям, 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 ва са